Как известно, вся музыка состоит из семи нот. В руках великих композиторов из них рождались настоящие шедевры классической музыки. Сегодня такое тоже возможно. В детском кинолагере Максатиха Кэмп, что неподалеку от Твери, собираются творческие активные ребята с богатым воображением, произведения которых вполне могут стать современной классикой, ведь они не привыкли сидеть на месте и всегда стремятся к самовыражению. Такое стремление и привело к созданию одного очень интересного и необычного музыкального клипа. Закажи еду через доставку, день и ночь играть в приставку. Чай тебе заварит умный чайник, а расходы обеспечу майнинг. Теплое касание весенних лучей разбудило спрятавшийся ручей. Перед первыми раскатами грома хочется выйти погулять из дома. Земной шар окутан всемирной паутиной. Уже не обязательно ходить в магазин. Еду и другие необходимые товары доставят на дом в один клик на экране смартфона. Круглосуточный серфинг в интернете с возможностью получить практически любую услугу онлайн стал оправданием постоянному нахождению дома. Затронутые в клипе пиксели природы темы особенно актуальны в сегодняшних условиях в связи с коронавирусной инфекцией. Незадолго до пандемии у нас как раз проводилась смена в Анапе. Мы там снимали фильм, рисовали мультик, а наша мастерская звукорежиссуры занималась созданием трека с детьми. Детям было предложено ответить на несколько вопросов про их мечтания. После этого из ответов мы сложили концепцию песни и написали слова. После чего провели вокальный кастинг и отобрали лучшие голоса. Я свел трек, и мы приступили к съемкам клипа. Концепция его вытекла из текста песни. Мы решили изобразить контраст между экранами гаджетов и естественностью природы. И все же вскоре возникает непреодолимое желание разорвать порочный круг и вырваться из набивших оскомину рамок. Когда начался режим тотальной самоизоляции, я, конечно, удивился, насколько наши песни и клип стали актуальными. Ведь люди не по своей воле вынуждены сидеть дома, и многие погружаются в свои гаджеты, телевизоры, телефоны, компьютеры, хотя на дворе весна и хочется выйти прогуляться на улицу, на природу. Когда вирус перестанет держать нас в четырех стенах и завершится режим самоизоляции, мы наконец-то сможем спокойно выйти на улицу и вдохнуть воздух полной грудью.